Столица FM представляет. Вдруг пригодится. В жизни бывают разные ситуации. У меня дома, к примеру, отказал утюг. И произошло это как раз вечером перед важной для меня встречей, на которую следовало явиться одетым строго. Причем выяснилось это, разумеется, когда рубашки были уже постираны. Магазины давно не работали, так что супруге пришлось вспомнить уроки по хозяйству, которые ей давала еще бабушка. В общем-то, ничего сложного. Достаточно просто аккуратно разгладить руками выстиранную одежду и развесить ее так, чтобы не было складок. Тогда гладить будет почти не нужно. Однако, если складки все же образовались, есть очень простой и удобный способ исправить ситуацию. Понадобится вода и уксус, а также распылитель, которым обычно опрыскивают цветы. Но можно обойтись и без него. Смешиваем уксус с водой в пропорции 1:1 и равномерно опрыскиваем одежду. Главное следить, чтобы она не намокла очень сильно. После высыхания складки исчезнут. Кстати, думается мне, что даже при исправном утюге будет полезно не забывать сушить одежду аккуратно и обеспечить тем самым пару лишних часов свободного времени для супруги. Возьмите на заметку. Вдруг пригодится на Столице FM.